Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Эльрой. Так, я хочу, знаешь, куда отправиться? В наем. А знаешь почему? Потому что у меня очень много билетов. Так, в премиум заходим с тобой, и у нас, как ты видишь, 17 билетов. Давай сразу начнем с десяточки. А ну-ка, что нам тут выпадет? Показывайте, пожалуйста. Поехали. Ух, ё-моё, открыть все, конечно же. Ничего себе, что это еще за Вита? Флумарин, фиолетовый, Хаянт, Прин, Иэн, Элсинг. А это по-моему, ребята, Купи и... Слушай, это какие-то камни. Тома, Купи. Да, скорее всего. Так, а на нормале? А на нормале я могу только лишь бесплатно. Один, да? Ну, давай посмотрим, что мне на бесплатно. Ну, тут обычные, ребята, персонажи. Ну, видишь, Кришна, эксперт, выпал мне, например. А в героях, ребята, вообще пока ничего нету. Видишь, 3000 нужно вот этих вот рубинов или камней. Я не знаю, что это такое, ребят, но у меня их пока нету. Герой. Ладно, у нас еще есть с тобой 7 попыток вытянуть бойца. Давай посмотрим на этот раз кто. Давай какого-нибудь хорошенького. Воу-воу-воу. Слушай-ка, Конг-Конг какой-то у нас. Белфинг. Слушай, ну, совсем другое дело. Вот единственное, что теперь разберись, пожалуй, здесь, кто нам нужен. Кого брать, кого не брать. Что это такое? Ой, ребят, это какой-то ивент. Так, равнина... А, равнина надежды. Это я нахожусь сейчас в ней. Ничего себе, ты видел, кстати? Это я только здесь нахожусь, это первый эпизод. Ёлки-палки, тут еще... А вот сюда я могу зайти? Осталось 9 дней, Хэллоуинская башня. Слушай-ка, а можно глянуть? Первый этаж. Окей, первый этаж. Так. Кого бы нам с тобой взять? Я не знаю, что вот это Вита делает. Если честно, не знаю. Но он оранжевый, это походу как легендарная карта какая-то. Это герой, ребята. Понимаешь, это тебе не просто так. Я, наверное, его возьму к себе в команду. В основную. Хотя я даже еще не знаю, что он делает. Так, повышение. Недостаточно ресурсов. Улучшение. Так, снижение стоимости. Надеваем. Так, повышение наносимого урона на 5%. Нет, лучше ОЗ. Окей. Повышение защиты спутника. Усиление атаки спутника. Одеваем. Нифига, я его тут прокачаю сейчас. Отлично. Вроде бы как и все, да? Теперь главное не забыть его взять в основной состав свой. Так, первый этаж. Давай-ка мы посмотрим, во-первых, команду мою. Здесь мы уберем, наверное, с тобой вот этого. А вот этого заберем. Да, у нас с тобой два героя. Серудж, и вот теперь у меня стал Вита еще доступен. Вот я единственное, что, ребят, не знаю, может быть, лучников все-таки убрать и взять кого-нибудь другого. Бойцов у нас тут с тобой, ну, просто, ну, вот в данный момент очень много. Хотелось бы посмотреть Огнен. А, Огненный есть у нас один. У нас два ночных, светлых, трое, Огненный и Ветряной. Воды нету. Точно, воды нету, поэтому я хочу взять, наверное, водяного какого-нибудь. Вот, Флумарин. Ну, а почему бы нет? Надо посмотреть, ребят. Что-то у нас тут еще на почте. Оу, Джейк. Зашибись. Плюс еще 10 билетов и самоцветы. Вау. Thank you. Так, а что у нас тут в книжке? Ага, это за новых... За новых героев, ребят, я забираю гемы. Так, а можно здесь как-то получить все? Или я так и буду по одному всего лишь брать? Слушай, вот это тоже, кстати, интересный персонаж. Да, какой-то пес, не пес. Балует он там со своими фаерболами. Так, ладно, заберем сейчас. Сколько там, по 10 мы получаем, да? 10 штук за каждого нового бойца. Ладно. Кстати, Джейк у нас фиолетовый. Это эпический, да, персонаж получается. Флумарин тоже эпический. Так, а Вита? Вита у нас герой. То есть самые крутые, это, конечно же, герои.
И я так понимаю, Вита один чуть ли не из первых героев, потому что, судя по всему, наверное, вот эти вот в конце — это самые эпические. Мне так кажется. Могу, конечно, ошибаться. Ну что, давай посмотрим с тобой. Первый этаж. Старт. Ой, а что так близко-то друг к другу? Сколько у него там 400 сотен? Ну, в принципе, это вата должна быть. Первый замок, да? Мы его сейчас раскумарим. Ой. А, ну, я тебя умоляю, ты серьезно, что ли? Да ладно. Да, конечно же, в труху, ребята, я сейчас превращу замок ему. Никаких проблем вообще. Но это был первый этаж, я не знаю, сколько здесь максимум этажей. И что мы... 1200, вот так вот сразу же. Ух ты, награда за прохождение, еще какие-то жетоны. Если честно, я не знаю, для чего эти жетоны нужны. Для чего же эти... Блин. Куда нам эти жетоны? Ну ведь 100% что-то за них приобретается. Ладно, поехали. Я могу включить автобой, ребята, и просто наблюдать, как у меня будет компьютер справляться. Но у замка уже, как ты видишь, 920 хп. А вначале было 440. То есть в двукратной прогрессии, что ли, все это дело растет. Давай, мои мечнички, наяривайте, красавцы. Давай, 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 да. Есть. Хей. Он только успел один раз вызвать своих бойцов, и все, ребята, мы его распетрушили. Ох ты, а вот эти камушки у нас с тобой уже были. Но тут почему-то денег дали, всего лишь 143 голды. А, вот, показано же, что мы с тобой будем получать. Опять же жетоны. Тут какой-то интересный жетон. Так, тут деньги. Оу. Оу-оу-оу. Тихо, тихо, тихо. Какие-то карамельки. Тут дракон. Тут троечка какая-то. Рыцарь-пробирка. Да ладно. А, ну тут 22 этажа. 22 этажа. Ну что, ребят, нам нужно посмотреть, докуда мы с тобой максимум доползем. Ну, поверь мне, до 22 этажа вряд ли у нас получится. Я больше чем уверен, потому что... Ну, не может быть, да, чтобы мы с тобой так все легко и просто прошли. Тем более без прокачки. Ну, пока есть возможность что-то добывать, мы с тобой, конечно же, будем это делать. Смотри, он фармит очень много рыцарей. Вот этих вот первых. Хотя рыцари эти у нас довольно неплохо прокачаны. Стоит заметить. Есть. Порубили. Отлично. Так, мы с тобой что? 715 жетонов. И вот это, вот что это, ребята? Вот что это? Монета... Акиталоса. Вот куда мне ее потратить? Куда эту монетку тратить? Вот кто-нибудь знает, а? Я не знаю, тут у нас ивент какой-то. Так, Хэллоуинская башня. Это вот в данный момент я в ней нахожусь. Так, 20 тысяч голды. Конечно, забираем. Конечно же, забираем. Так, получить спутников со славой мастер. Со славой мастер? Интересно. 1000 гемов. Окей. Так, получить спутников со славой эксперт. А, вот за что мне дают, ага, понял. Слушай, если я получу спутников 5 со славой мастера, мне дадут еще одного героя. Я его хочу. Так, начальная миссия. 20 ускорений, забираем. Так, ну хорош, все, я понял. И еще один билетик мы с тобой. Ну это обычный билет, ребята, это даже не эпический герой. Так, временные события. Ух ты. Это у нас за боевку, да? Подожди-ка, или что? Да, это у нас на бой. То есть время дополнительное. Так, а это что такое? Что это такое, ребят? Пришествие босса? И где он? Смотри, тут еще что-то горит. Давай сюда зайдем. Натрикс! Осталось 23 часа. Хочу глянуть, что за Натрикс. А может, ну его Натрикс, а? Ты посмотри. Слушай, а мне прям вот руки чешутся пройти, ребята. Поехали. Ну, хотя бы просто глянем, а? Ну, сфейлимся, так сфейлимся. Надо, правда, до него еще дойти. Так, я же поставил... А, не то врубил, елки-палки. На ускорение поставил. Вместо того, чтобы включить на автобой. Так, слушай-ка, давай-ка мы, наверное, сейчас с тобой кого-нибудь качнем хотя бы чуть-чуть. У нас с тобой денег достаточно, да? И я могу себе прокачать, позволить, наверное, героев. 1000 голдишки. Так, и вот опять монетки.
Светлые монеты. Так, ну что, мы с тобой прошли первую локу. Давай дальше идти. Блин, я правда хотел немножко раскачать кого-нибудь. Автобой. О, смотри на меня. Карамельки прут. Толпучкой причем. Да, не ватные. Мы их разберем. Тихо, 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 не надо толкаться. Не надо толкаться. Слушай, ну у нас уже, ребят, преимущество. Слушай, этих рыцарей, может быть, на кого-то поменять? У нас же с тобой очень много персонажей всяких. Эти рыцари ничего не могут, кроме вот как атаковать, и все. Никаких спецвозможностей у них нету. Верно? Верно. Так. Ну что, вторую локацию мы с тобой, как ты видишь, одолели. Угу. Выносливость. Да, ребята, это выносливость. Вот так вот будем это называть. Ну что же. Третья локация. Сейчас, секунду, секундочку, подожди. Третья локация, это все хорошо. Что у нас тут в наеме? Так, опять что? Ой, на почту получить все. Блин, а почему это сразу не идет ко мне, а все через почту? Так неинтересно. Можно же иногда и забыть. Так, давай-ка мы спутники. Парень, ты же можешь? Да, мы можем его прокачать. Купи, да, его величать. Пятый уровень. А максимальный уровень у них какой-то, не помнишь? 25-й или какой-то 50-й? Ладно, пока вот так вот сделаем с тобой. Что, что, что? Что нужно? Так, повышение. Ага, таких камней нужно 10. Вот оно что. Так, а он там вызывает еще следом вот этого, да? Винонаклаус. Давай-ка мы его тоже с тобой прокачаем. Но если есть деньги, почему бы не прокачивать, да? Повышение тоже, ребят, нужно. Видишь что? Так, Вита. Недостаточно... Блин, где вот эти вот камни взять? Погоди-ка секунду. А кто у меня вообще в команде? Где моя команда? Как ее посмотреть? В пати, по-моему, да? Так, изменить группу. Изменить группу. Погоди, я же вот этого убирал. Что за дела-то? Так, Виту оставим, да? И хотел лучника одного убрать. Вот этого уберем, лучника. И вместо него я хотел поставить... Где это у нас? Фиолетовый. Вот. Флумарин. Вот так вот. Состав, надеюсь, остался. Ну-ка еще разок проверим. Изменить группу. Вот, теперь все отлично. Так, где это флумарин? Давай-ка мы ее тоже немножко прокачаем. Я не знаю, правда, что она делает. Но смотреть нужно. Может быть, вот этого Джейка еще качнуть? С монтировочкой. Так, что там? Блин, что-то... Короче, иметь 5 уровня персонажей определенной фракции, да? Мне написали, я что-то там получил. Так, и связанный с водой. С водой у меня фламурин, по-моему, да, если не ошибаюсь. Я ведь не зря ее ставил в команду к себе. Так, награду тут заберем быстренько с тобой. Вот. Ага, 10 ускорений взяли. Ну все, теперь нам нужно с тобой... А, секундочку, секундочку. Мы же... Замок, где мой замок? Караван. Раскачать могу его? Блин, не могу, а почему? Необходимый уровень команды 5. А как нам команду прокачивать, ты помнишь, нет? Боевой навык. Навык я могу прокачивать, по-моему, опять же до 5 уровня, да? А как нам вообще с тобой прокачать? Именно уровень наш, личный. А, так у нас, вон, ребята, нам энергия нужна, точнее не энергия, у нас есть с тобой опыт. Кстати, у меня еще до сих пор еще имя не введено, это не дело, надо изменить все. Ну вот, совсем другое дело, я еще за это получил 100 гемов. Так, ивент это все попозже немножко. Ну что, давай Блин, зачем я вышел? Давай попробуем еще этот Натрикс. Кстати, здесь камень как раз, который мне нужен, а он нужен для прокачки наших бойцов. Так, что тут надо? Автобой, давай посмотрим. Так, эти рыцари должны сейчас быть крепче. Ну, уже чувствуется, видишь, дамаг наносят. Неплохо. Так. Идем. Этого рыцаря я тоже, да, прокачал нашего щитобота.
Щитобота, это знаешь, как это? Из Tower Conquest. Смотри, да мы тут вообще на изи. Может быть, этот ивент не такой уж и сложный, как кажется. Хотя босс, босс, мы вот дойдем до босса и посмотрим. Вот, друзья мои, еще один камушек мы с вами получили. Так, переходим здесь. Здесь разыгрывается билетик на найм. Видишь, также тут можно заработать либо шестеренки, вот эти вот монеты, но это рандомно. А вот это вот, как говорится, стопроцентная будет награда. Ну что, поехали? Естественно, автобой. Автобой, ребята, кончается у нас. Так что ты не думай, что это может бесконечно продлеваться все. 51 автобой остался всего лишь. Это как в Battle Cats, то же самое. Там тоже есть автобой, есть ускорение, там еще много чего другого, конечно, есть. Так, бегут мои рыцари. Начинают шинковать вражескую базу. Да, тут победа за нами. Что-то он как-то слабоват. Бумс, все, взлетел. Так, ну что, вот он билетик. У нас 12 штук, говорят, имеется уже. А вот и босс. Такой, блин. Давай смотреть. Чем сложнее уровень, тем выше скорость изготовления камней призыва. Стоимость призыва спутников и время восстановления призыва спутников. Коснитесь секундки, чтобы увидеть подробности. Это что за намеки такие? Так, Натрикс, нам сказали. Ну-ка. Ё-моё. А, он идет на меня. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. А так, так лыжом, сейчас посмотрим, что он будет делать. Чего? Эй, парень, подожди. Да ну нафиг. Эй, я даже не могу к нему подойти, прикинь. Трындец. Он испепеляет любого. Чего ты делаешь? Ты... Так, а ну-ка дай-ка я вжарю. Да ну пошел ты, знаешь, куда? Ты... Да... Блин. Да я, ребят, даже подойти не могу к нему, понимаешь? Он испепеляет. Так, 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 предположим. Блин, тут уже вон какие-то. У нас слишком-слишком медленно с собой копится энергия. Офиге. Оу, так он еще урон наносит. Вот, ребят, тебе и Натрикс. Я тебе, я ведь так и думал, что, ребята, ничего хорошего из этого не выйдет. Ничего, блин, хорошего из этого не выйдет. Нифига, мы даже урона ему не нанесли. Видишь, дело в том, что я как бы еще не знаю всех премудростей наших, как говорится, бойцов, да? И я не знаю, какой против него эффективен. Может быть, есть кто-то, что не боится вот этих вот молний. Понимаешь? Ну, он вжаривает, конечно, люто. Просто не дает ничего. Может быть, надо было дальнего боя брать бойцов. У меня же вон, видишь, мечники, фигечники. Не знаю. И уж очень быстро он как... Все, просто разнес мне. Но, по крайней мере, я посмотрел. Как стать сильнее? Получить реликвию, развитие спутника и исследование. Спасибо, это очень дельная подсказка. Честно говоря, вот эти вот уровни, которые я проходил, и сам босс, это, конечно, небо и земля. Ты уж извини меня, но это трындец. Ну, посмотрели, убедились, что это жесть какая-то. Тут есть еще, ребята, омега какой-то. Омега, ну-ка хоть глянуть на него. Ё-моё, я не знаю, что это за омега. Я думаю, что не легче будет. Блин, так я еще и сам 5-го уровня. Ну какой из меня, ребят, боец? 5-го уровня я. Слушай, тут у нас еще что-то. Рунное подземелье, осталось 2 часа. Трындец тут. Друзья мои, я думал, что у нас будет просто с вами основная сюжеточка и все, да фиг там. Ты посмотри, тут чего только нету. Каких только, блин, испытаний. Тут просто завались всего. Слушай, ну это хорошо, я такие игры люблю, где есть всевозможные всякие испытания. Блин, еще вот это вот надо как-то пройти. Блин, там 2 часа осталось, здесь 9 дней. Там
то все, 5-10. Это если в ней засесть, это можно тут, блин, сутки жить можно в ней, в этой игре. Так, и в то же время основной эпизод еще есть. Равнинные надежды. Так, ладно. Давай, наверное, мы с тобой пройдем. Тут всего лишь-то 100 этажей. 100 миссий. Блин. Нет. Я думаю, ребята, мы с вами, наверное, успеем все-таки пройти вот эту вот основную локацию. Все-таки давай-ка мы с тобой пойдем, наверное, сюда. Нам нужно взорвать. Сколько здесь осталось? 23 часа, а тут осталось всего лишь 2. Вот в рунное подземелье. Пойдем хотя бы глянем, что оно себе представляет. Это рунное подземелье. Старт. Хочу, ребят, хочу. Блин, ну и конечно же надо получить уровень, чтобы прокачать всех моих бойцов. Так, ну здесь пока начинается все на изи. Обычная башня, да? Мы тут их с тобой разбираем. Опять же, я включил, ребята, автобой. Ну, думаю, тут победа будет за нами. Да, победа будет за нами. Тут, ой, у нас армия там. Слушай, ну здесь он как-то очень быстро, да, настроил. Почему же он тогда там так не делал, а? Это что у нас еще тут? И сколько таких будет, интересно? Лок. Ладно, давай смотреть. Я сам буду играть. Не буду я пока тратить. Ой, ой-ой-ой. Давай, щитоносец. Слушай, эти топорики-то уже посерьезнее будут. Посмотри. Блин, я хотел бы вот этого героя призвать. Посмотреть хотя бы, что он из себя представляет. В принципе, у меня есть такая возможность. Если мы, конечно, сейчас... О, ничего себе, у него в башне 5240 хп. Вот. Ну-ка, как ты выглядишь? Какой-то непонятный пузырь. Ну-ка, что он делает? О! Вот такие, возможно, нам нужны будут против босса. Именно дальники. И причем он, смотри, как далеко стреляет. А как, что такое вот ты? О, бежит с якорьком. Слушай, далеко стреляет. И урон такой нехилый. Опа! Это что такое? Это типа босс, что ли, вышел? Или кто, кто это? Ну-ка нафиг. Ничего себе, он шпа... Ты серьезно? Ты хорош, блин. Ты смотри, что он творит, а? Вот это он влупляет, ребята. Дай-ка я молнию вжарю. Слушай, по-моему, я погорячился сюда идти. Блин, горелый. Не-н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 е. Он меня тут распечатывает, ребят. Офигеть, ну это точно, это вот. Кто не играл в Battle Cats, тот не поймет, ребята. Там тоже, когда выходит какой-нибудь такой мини-боссик, тоже так же бойцы отлетают в разные стороны. И начинается вот эта заваруха. В общем, я понял, что сюда мне опять же рано. Твою ж налево. Да, прокачивать-то нам придется с тобой бойцов. Другого варианта нету. Пойду-ка я на Хэллоуинскую башню. Пускай там осталось всего лишь 9 дней. Ну, может быть, здесь какой-то будет результат. Так, поехали. Тут какие-то монетки. Я вот не понял, что с этими монетками пока делать, если честно. Куда их применять. И, кстати, то же самое, нету уровня бойцов, видишь. Но здесь, по крайней мере, есть хп. В Battle Cats у противников нету здоровья. Его не видно просто-напросто. А здесь хотя бы есть хп, видно. И можешь определить, сколько там ему осталось. Там боссу или противнику до того, как он отдуплится. Но здесь все пока на изи идет. Ты сам видишь. Да, неужели, друзья мои, мы с вами заработали 6-й уровень. Соответственно, я могу и прокачать себе базу. Я могу дофига что сделать. И спутников, да, прокачать. Кстати, наем, давай-ка мы зайдем в наем. У нас на нормале с тобой 12 наемов. Будем призывать. А интересно, а дубли куда деваются, вот если у нас одинаковые персонажи? Вот куда вот это? Вот, а, вот, видишь, они превращаются автоматически в камни. Все, я понял. То есть, если тебе выпадает дубль того героя, который у тебя есть, он сразу же становится камушком. А этот камушек идет, соответственно, для прокачки бойцов. Подожди, разве Бруто... Ага, вот, видишь, Бруто сразу же стал... этим. Стал сразу никем. Блин. Чтобы... Ага, 10-рых. Слушай, а нам гемы эти никуда не нужны. Давай попробуем.
Я не знаю, нужны нам эти гемы или нет. Может быть, я сейчас чертовщину сделал какую-нибудь. Открыть все. Так. Фледин какой-то новый боец. Лаунхай. И Пан. И Марианна. Окей. Окей. Так, ивент. Давай-ка мы миссия. Оу, здесь забираем абсолютно все. Да, друзья мои, мне дали еще одного нового героя. Так. Тут забираем с тобой 100 энергии. Выносливости. Так, здесь мы с тобой выносливость. И 3 камня. Вот эти же камни нам нужны были, да? Для того, чтобы повысить нашего персонажа. Так, временное событие. Комплит. То есть я забираю 20 автобоев. 5 минут в игре. Так, подожди, 5 минут в игре я уже просидел. Или что нужно 5 минут? А после того, как я взял награду 5 минут, тут 20 минут просидеть. Так, пришествие босса. Блин, тут прикольно, ребята. Ладно, давай смотреть. Улучшение. Так, погоди-ка. Если будем улучшать, то я, наверное, не знаю. Может быть, нам лучше вот этого улучшить? Подожди-ка, камни. Что-то не то, ребята. Не те камни мы с тобой получили. Хм. Абсолютно не те камни. Тут, видишь, совсем другие. А что же тогда за те камушки, которую мы с тобой зарабатывали? Ха. Тоже так, кстати, нам нужно с тобой забрать. Я думаю, что-то персонажа не хватает. Нам нужно забрать все это с почты. Тут, видишь, все вот так вот сделано. Через почту. Оу, Сиона. Герой прям вот. Это лучник, что ли? По-моему, герой-лучник какой-то. А здесь у нас что? А, ну да, за каждого нового персонажа мы же забираем с тобой гемы. Так, я хочу, ребята, взять в команду этого лучника, блин. Хотя, с другой стороны, фиг поймешь. Пока... Здесь нужно, ребята, очень много времени потратить на этой игре, чтобы хотя бы приблизительно разобраться, какой герой и что делает. Причем они все на первой звезде. У них, я так понимаю, еще вообще никаких навыков нету, да? Стандартная боевка. Я не знаю, будут ли они как-то меняться, когда будет у них новый уровень. Опять же, это все узнаем со временем. Что такое ход тайм? Бонусы спутников этой недели. Ага. То есть, а у меня же вот этот, по-моему, есть, да? Я же его получил, да? Фледин. Максимальное улучшение. А это кто у нас? Селестринг. А Селестринг у меня, по-моему, нету. А Флединг есть, точно тебе говорю. То есть на Флединга какие-то акции сейчас идут. Так, исследование. Давай, блин, исследовать с тобой. Так, 6 уровень. 6 уровень это пока максимальный, что мы можем себе позволить. Так, и пока у нас с тобой деньги есть, конечно же, я буду прокачивать все, что доступно. И время, как говорится, и атаку. На 8%, да, а здесь на 6% ОЗ повышаем спутником нашим. Все, здесь пока... Погоди. По-моему, не все. Так, спутник. Здесь... Да, вот. 6 уровень. Только сейчас он получает. На 8%. Это будет... А, это следующее будет улучшение на 8%. Сейчас пока на 7. Так, исследование караван. Конечно же. Level up. Открыт новый караван. И, кстати, у нас что-то там открылось новенькое, ребята. В плане... навыка боевого. Вот. Так, сколько здесь? 400. 50 единиц урона всем врагам и оглушает их на 2 секунды. Ага, чтобы поднять уровень, нужны бабки. А бабки я все спустил, поэтому используем пока с тобой молнию. Пока используем молнию. Все, закрываем. Реликвии. Кстати, реликвию мы с тобой получаем именно на основной сюжетке, когда проходим ее. Поэтому как бы нам с другой стороны и выгодно проходить сюжетные миссии. Потому что мы там реликвии. А реликвии, чем лучше, тем, как говорится, мы с тобой сильнее. Так, автобой. Автобой, естественно, ребята. Так. Да, справимся здесь. Справимся, я еще, наверное, ускорение здесь врублю. Потому что ускорение у нас с тобой аж 115 штук. По-быстренькому сейчас зачекрыжим здесь. Вот так, блин, ну конечно боссов мы сегодня поглядели, будь здоров, да? Один лучше другого, блин.
Так, ну что, шестой этаж нам с тобой открывается. И поехали. Сразу бег и автобой. А максимум здесь 22 этажа, да? Как мы с тобой посмотрели уже. Давай, ребята, давай. Блин, я же хотел этого взять себе в команду, нового персонажа, лучника. Вместо вот, например, вот этого лучника, да? 1800, уже хорошо. Уже хорошо. Так, дай-ка мне, пожалуйста, изменить группу. Вот он. Вот так вот я хочу. Сиона. Вот пускай будет у нас с тобой Сиона. И спутник тут еще улучшение. Подожди, а я могу только его, что ли, улучшать? А другого не могу, да? Хорошо, давай, сейчас мы еще прапаем его, да, ведь? Улучшение, ребята. Плюс один. Надеваем. Плюс один, потом плюс два. Условия улучшения. 3,6. Тоже мне пока это ни о чем, ребята, не говорит. Опа. Третью звезду он получил. Третью звезду купи, плюс один, левел 2. Трындец. Что-нибудь понимаешь? Я, честно говоря, пока ничего не понимаю. Что-то происходит. Так, давай. Оу, с удара просто их валит. Вот это мы прокачали его. Он сколько там умеет? 3 звезды? Давай, давай, давай. Ну тут все на изи, ребята. Опа. Типа босса вышел, да? Ну, я думаю, что... Да, мы их заколбасим. Изи. Тут по-другому не скажешь. Просто растоптали. По-моему, вот такой камень все-таки нам нужен. Так, открывается у нас с тобой 8-й этаж. Ну что, побежали сразу же сюда, на 8-й этаж. Сразу ускорение, автобой. Летающие шитики бегут. На, с удара, правильно, так им. А боссы, видимо, тут на определенных этажах только. Опа. Ай-яй-яй. Фига, да он... Дай подойти ты. Он... Что делает, а? Ну ты посмотри. Ага. Блин, ну это люто. Согласись. Если бы у меня не было суперудара, я не знаю, как бы я смог вообще пройти. Он у меня, конечно, лучник тоже вышел. Но смог ли он там бы пройти, тоже неизвестно. Так, следующий у нас на 9 этаже. Вот этот вот рыцарь-пробирка. Я не знаю, как его еще назвать. Давай смотреть. Что это за босс такой? Так. Блин, плевуны огненные, какие-то свечки. Ладно, их расклепали. Давай, 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 сейчас выбежит босс, да? Ну, конечно же. Да что ж они все огненные-то какие-то. Кислотой какой-то стреляется. Ну, он был ватный. Мы его с ним быстренько разобрались, как ты видел. В отличие от того, который там шмалял. Так, открывается следующий. Случайно мы не с таким боссом с тобой дрались в тот раз? Который нам навалял, а? Не он? Это похож что-то. Давай, 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 давай. Бомбим. Блин, мы же как-то вот можем с тобой улучшить... Чтобы у нас энергия быстрее шла. Я ведь помню это. Сейчас босс выбежит. Что он там делает? Что он... Я пойму, я, что он творит? Это вот эти вот подсвечники тут бомбят. А что, его еще и хиляют? Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, ты... Он не вызывает этих... Трындец автобой называется. Сейчас распишут мне здесь базу, ребята. Да. Дебильный автобой, блин. Вместо того, чтобы вызывать нормальных бойцов, он какую-то шелупень вызывал. Дай-ка я сейчас сам нафиг сыграю. Трындец. Сейчас буду сам играть. По-нормальному. Что это за фигня такая? С этим разберется один рыцарь. Не надо там целую орду вызывать.
Видишь, он неплохо здесь справляется. Мы сейчас с тобой просто накопим энергию и начнем вызывать. Начну вот, наверное, с этого. Блин, а стоит ли именно с этого начинать? Может быть, с этого начать? Фиг его знает, с кого тут надо начинать. Сейчас выйдет босс и будет мне тут веселуха. Ну, видишь? Лукар что делает? Блин, он правда ватный. В плане здоровья. И очень медленно стреляю. Очень медленно, ребят. Сейчас же выйдет босяра. Угу. Выкатился. Ну, стреляй по нему. Давай, 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 давай. И... А, это у него еще броня, оказывается, была. Синяя, это у него была броня, ребят. Есть. Вжучили мы его. Ну, это совсем другой разговор. Не понял, что это за подсвечники такие сильные, усиленные какие-то. Ну-ка, давай, выходи. Слушай, а вот этот красавчик мне нравится, он неплохо. Смотри, издалека-то бомбит. Совсем другое дело. На-ка, выкуси. Паршивый босс. Так, какие-то жетоны получили. Опять же, не пойму, для чего, куда. Так, с этим боссом мы, по-моему, уже встречались на каком-то этаже. Он был. А нам плевать, где он там был. Мы будем бомбить. Бомбическая сила. Давай, родные мои. Хоп, хоп, сударчик, красавчик. Так, копим с тобой энергию. Копим энергию и начнем вызывать. Ой. А чё так сразу-то? Чё так сразу-то вы начали? Блин. Вот он этот огнеплюй. Ой-ой-ой, ребята, по-моему, приплыл я. И магии нету, чтобы что-то применить. О-хо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 . Вот это было жестко. Вот это было жестко. Какого лешего? Как тут? Тупик, короче, я так понимаю, здесь, да? Я не смогу пройти. Да, скорее всего, я не смогу здесь пройти. Офигеть. Тут, опять же, нужно знать, какой враг. Ведь 100% против него какие-то другие хорошо идут бойцы. Ну ты посмотри. Еще так сделали, да? Танков запустили спереди, да? И вот этого лучника, знаешь, что я вообще ничего не могу сделать просто. Понимаешь? Просто ничего не могу сделать. Все, 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 базу запинали. Причем он вызывает их по 3 штуки, а я по одному. Нет, ну это, конечно... Немножко бредово, с одной стороны. Как стать сильнее, спасибо вам большое. Знаю я, как стать сильнее здесь. Короче, на 6-м этаже, ребята, я завис. Тут-то что у нас еще? Сияющая башня. Что еще за сияющая башня? Тоже что-то из этого разряда, да? Да, что тут босс. Твою ж налево, тут боссов целая куча, ребят. Всяких, всевозможных, вы сами посмотрите. Вот тут повторяющиеся. Тут какие-то, я не знаю, цветочные механики какие-то. Заяц механический. Жестко. Так, левел. А, это я получаю, да, в подарок. Спасибо. Хоть что-то дают мне в подарок. Ага, вот здесь еще. Нет, это все платно. Вот здесь-то что у нас? Ага, комплит. Ну все, все, закрывай. И комплит. Ребята, вот это вот Special Reward, это если ты будешь, вот, купишь, то у тебя будут сверху идти награды, а за Special Reward это вот нижние награды. Стоит, вон, смотри, 12 баксов. То есть, хочешь приобретать награды, покупай. Мне кажется, без этого здесь будет очень сложно, но ты сам видишь. Я думал, что все будет изи, все легко и просто, но на самом деле нифига, очень сложно. Поэтому мы, наверное, с тобой будем все-таки проходить уже в следующей серии основную нашу кампанию. Вот эту вот. Равнина надежды, да? Вот здесь вот мы ее пройдем, докуда сможем. Будем прокачивать. Тут потихоньку мы с тобой будем, ну, и уровень получать.
А уже потом идти на всякие там ивенты. А то смех на палке. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.